Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Мы находимся в контексте святок, которые на этой неделе заканчиваются, 18 января. И незадолго до сегодняшней нашей передачи мы обсуждали тему того, что Рождество — это самый взрослый на самом деле праздник, потому что это праздник про обретение нашей взрослости. Когда мы берем хрупкого маленького младенца на руки, мы неукоснительно становимся очень взрослыми, потому что испытываем невероятную нежность и невероятную щедрость по отношению к тому, кого держим на руках. Но одновременно все-таки это праздник детский, потому что Христос приходит совершенно не взрослым человеком, не взрослым пророком. Он проходит этапы становления, детства и отрочества. И поэтому, конечно же, взрослые смотрят на этот праздник с позиции взрослого, дети смотрят на этот праздник с позиции, что это праздник детский. И вот мы решили в контексте святок совершенно неожиданно поговорить о детстве. И о том, как происходит воспитательный процесс. Те, кто регулярно смотрит нашу передачу, знают, что я эту тему очень люблю. Мы ее и со священниками обсуждали, и с психологами разных мастей. Сегодня у нас впервые в нашей передаче нейропсихолог Тамара Анатольевна Фирсова. Здравствуйте, Тамара Анатольевна. Здравствуйте. Очень приятно с вами пообщаться, быть здесь и пообсуждать эту важную тему. И нам взаимно приятно и взаимно радостно, что у нас расширяется география наших знакомств. Для наших телезрителей мы поясним, что вот эта вот задумка сегодняшней нашей встречи, она родилась, во-первых, из того, что мы с вами познакомились буквально сколько? Полтора-два месяца назад. И больше того скажем, вот сегодня у нас 16 число, а завтра, 17 числа, 17 января, в храме Святой Татьяны, где я являюсь настоятелем, в 7 часов вечера начнется интересный цикл встреч с вами по нейропсихологии детства. Тут тоже надо отрекомендовать вас как кандидата психологических наук, как руководителя Центра детской нейропсихологии «Счастливые детки», как педагога с большим стажем, как доцента кафедры педуниверситета. В общем, регалий много, опыта много, и этим опытом вы с удовольствием делитесь с родителями, у которых растут детки. И сразу так немножечко отрекламируем наш цикл. Он будет состоять из 4 лекций. Завтра, 17 января, 19:00, в цокольном храме нашего, в цокольном этаже нашего храма пройдет первая лекция «Нейропсихология дошкольного, раннего возраста». И мы будем, собственно, помогать родителям чуть больше понимать своих детей. Но здесь же всегда, вот мы здесь тоже неоднократно это подчеркивали, что через наблюдение за ребенком, через наблюдение за тем, как он развивается, через механизм воспитания собственных детей мы очень многое узнаем о себе самих. Иногда нелицеприятного, иногда это нас удивляет, иногда это нас в нас самих же разочаровывает. Иногда очаровывает, иногда вдруг мы понимаем, сколько у нас сил, какой у нас потенциал, какие у нас якоря тянутся с детства. В общем, обо всем об этом мы с вами поговорим уже вот в рамках нашей передачи. Для наших телезрителей тоже проанонсируем, что встреча у нас с вами предполагается не одна. Сегодня будет какая-то общая вводная на тему нейропсихологии, потому что это какое-то популярное, хотя и не слишком новое направление в психологии, набирающие какие-то обороты. Но дальше мне вот кажется очень интересным, так мы еще к Рождеству ни разу не подходили, когда мы рассматриваем младенца Христа, которое все человечество как бы взяло на руки с позиции ожиданий, родительских установок, уж от этого младенца ожидали вообще многого и всего. И как мы справляемся со своими ожиданиями от детей, иногда не справляемся, как мы даем какие-то установки, все это, дорогие наши телезрители, будет вот в процессе наших встреч. Ну а сегодня, Тамара Анатольевна, для наших телезрителей, которые
ну, все мы сейчас слышим такое количество слов. Новояз фактически формируется с этим пресловутым словом «нейро». Угу. У нас и нейропсихология, и нейронные связи. Вот я до эфира делился с вами, что я вчера узнал, что, оказывается, есть даже нейроэкономисты. Давайте поговорим, что же такое нейропсихология, откуда она взялась, чем ее едят, вообще, что это за наука, как она, откуда взялась? Да, действительно, сейчас прямо популяризируется, да, вот эта история с приставочкой нейро. И нейропсихология, ну, наверное, это, если чисто лично сказать, что это моя любовь уже последние годы, много лет. Потому что, наверное, есть доля истины вот в этой актуальности и популярности этих наук, и в частности нейропсихологии, потому что нейро обозначает условно нервную систему, и конкретнее, в частности, головной мозг, да, и именно он управляет нашим поведением, да, будь то дети, будь то взрослые и так далее. То есть получается, именно мозговые структуры, мозговые процессы управляют нашими психическими функциями, то есть речью, вниманием, памятью, моторными, пространственными там, движениями, представлениями, мышлением и так далее. То есть получается, наша психика, она управляется мозгом. По сути, вот об этом и мы говорим, когда вспоминаем нейропсихологию. Угу. То есть изначально она создана нашим отечественным ученым Лурия Александр Романович, так скажем, в 40-е годы, даже вот в времена Великой Отечественной войны, когда он как врач-невролог изучал как раз вот эти процессы. И раненые солдаты, у которых там была потеря памяти, речи, парализация, да, там, стороны тела, соответственно, он определял, какие участки мозга, какая зона мозга, да, повреждена. И вот как раз оттуда и пошла история про взрослую нейропсихологию, именно как науку, как дисциплину, потому что многие, кстати, думают, что это не совсем научная история. Вот, да, да, что это что-то околонаучное, да. Что-то чуть ли не оккультно-парапсихологическая штука какая-то, да, и да, так да, далее. Да, да, да. Да, есть об этом разговоры, особенно если сейчас открыть интернет и посмотреть какие-то упражнения простейшие, и мы даже на курсах, на обучении и родителям рассказываем, что когда-то нейропсихология, по сути, которая так не называлась, но мы в советское время бегали во дворах и играли, казаки-разбойники, в резиночки, в скакалочки, закапывались секретики там под стеклышками. И это все нейропсихология. И когда говоришь об этом, кажется, что это, ну, какая-то ерунда. Это просто детство, это просто игра, это просто какое-то развитие естественное. Но на самом деле, вот сейчас этого нет. И проблемы и сложности у наших деток становятся больше. И сейчас многие наши коллеги даже говорят, московские, так, что раньше нейропсихология была естественным образом и не выпячивалась так, они громко не говорили, но она была таким спонтанным, естественным развитием, угу. Да, проявлялась. То есть получается, дети сами себя распаковывали. Да, 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 да. И нейронные связи, которые действительно формируются и очень важными являются, то есть не только важна структура головного мозга, но и важны связи между ними. И вот как раз они формировались в таком естественном, спонтанном бытии, так скажем. А сейчас за это родителям очень часто приходится платить большие деньги, потому что занимаемся специалисты, мы, да, и, соответственно, если мы четко понимаем структуру дефекта, то, конечно, результаты хорошие. Mm-hmm. Вот. Но, естественно, в чьих руках это все происходит, да. Mm-hmm. Ну, я вот немножко ушла от того, что как она формировалась. Да, вот мне просто интересно, психология как наука, она же существует, если, поправьте меня, если я ошибаюсь, с конца там, 18-го, начала 19 века. И, условно говоря, она шла там по рельсам психоанализа, там, юнгианский анализ, там, эриксоновские гипнозы, разные методики взаимодействия с бессознательным, сознательным, с я, супер-я там, и так далее. Это была какая-то такая очень такой мощный толчок в открытии человеческого в человеке, то есть какая-то такая новая открытие какой-то антропологии, что ли. Вот нейропсихология, когда она появилась, когда вдруг обнаружились эти нейроны, нейронные связи, которыми пронизано все наше тело, весь наш организм,
Что принципиально нового для, кроме того, что мы управляемся, психика наша управляется мозгом, что принципиально нового психологи вдруг о человеке узнали, и, может быть, мы сейчас можем нашим зрителям вот, как некую радость открытия дать? Не знаю, разочарую я вас или нет, да, своим ответом. Но на самом деле, вот как раз, наверное, акценты, почему сейчас популярно это все происходит, именно принципиально нового, это как раз то, что именно мозг и конкретные зоны, структуры и связи между ними горизонтальные, вертикальные. То есть вот если опираться и изучать мозг в своем вот, представлении, то как раз, наверное, вот это, потому что в обычной жизни нет этого, мы об этом не думаем, и даже вот как я повторяю, говорила о том, что обычные игры, естественные наши, да, они были, это вообще не про мозг, да, это кажется совсем другое. Но именно сейчас и акцент на мозговой структуре, на мозговой организации, на структуре дефекта, что первично нарушено, что вторично за ним следует, что третично, как на это социум реагирует, это уже следствие. И тогда вот эта структура, она приобретает очень важную значимость. И получается, что, опять же, в обычной жизни мы это не видим. И вот как раз это скорее доказательство того, что это все-таки наука. Наука, и еще в 19 веке, да, в принципе, были исследования, так скажем, была, ну, это западные ученые, да, исследовали мозг и рисовали карту мозга, да, что за, какие зоны, какие структуры существуют, за что они отвечают. И дальше вот в нашей отечественной психологии вышла вот эта наука, и скорее здесь именно про отсылку к мозгу, скорее про наукообразность, про то, что это не придуманная история, что действительно именно мозг управляет. Вот если мы говорим, ну просто приведу пример, чтобы было понятнее. Если мы говорим про просто психологию, когда мы даем рисуночные тесты, а их много в детской психологии, то мы один из критериев, мы смотрим нажим. Нажим ребенка на карандаш в процессе рисования. И просто психолог, он может сказать, о, сильный нажим, а значит, это тревожность. То есть психолог оценивает это как тревожность. Но если мы посмотрим с точки зрения нейропсихологии, то мы можем понять, вернее, подумать и сформировать несколько гипотез. То есть это может быть действительно эмоциональная такая история, которая завязана на тревожность как один из компонентов. Но тогда мы начинаем думать, откуда она, да, то есть это биологический и физиологический уровень нервной системы, что такая лобильная нервная система, и на нее еще накладывается социальный фактор, то есть, например, трудности в школе, и я зажимаюсь и начинаю сильно давить на карандаш, или родители поддавливают, когда требуют что-то сверх возможностей ребенка, и тогда я тревожусь и нажимаю на карандаш. То есть этот, возможно, вариант, но, видите, это более глубоко в мозговую организацию и в нервную систему мы уходим с этим. А другой вариант мы можем понять с точки зрения нейропсихологии, а не просто психологии, что это трудности моторной организации. То есть моторная организация – это двигательная история, двигательная функция. И когда я пишу, и мне тяжело чисто двигать, переключать с одного элемента на другой, я начинаю давить на карандаш, просто максимально используя свои ресурсы. Но смысл не в тревожности, а смысл в трудностях именно двигательной функции. А еще, возможно, в движении есть еще и положение тела. Не только движение, но и статика, положение. И тогда удержание карандаша и поза определенное удержание карандаша может страдать она. И тогда за счет этого опять я держу карандаш неправильно, но держу так, как мне удобно, и начинаю тоже давить на него, потому что нет других возможностей, нет других способов. Поэтому нейропсихология, это я так объемно рассказываю, да, и возвращаясь к вопросу, она раскрывает более точечный такой механизм, да, понимания, откуда то или иное проявление, действие, выбор, эмоция, мысль происходит. То есть правильно ли я понимаю, что вдруг мы, с одной стороны, что мозг открыли, что мозг всем управляет, с другой стороны, мы вдруг поняли, что мозг — это не только про интеллект. То есть...
Для наших телезрителей, кстати, которые, может быть, только сейчас нажали кнопку телевизора и присоединились, они понимают, как просто о вере связано с тем, как держать карандаш. Да-да-да. Я поясню, что вообще наука психология может быть как таковая, вот толчок к такому изучению человека и возвращение в том числе детства, потому что до прихода Христа женщины, ребенок — это были, в общем, недолюди. Ребенок, если он умирал в детстве в силу там, каких-нибудь болезней, то и не особо горевали. Вот, в общем-то, христианство дало такой подарок. Евангелие принесло радостную весть о том, что женщина тоже человек, ребенок тоже человек, и больше того, у каждого есть своя какая-то ойкумена, существование. У ребенка есть свое какое-то пространство, которое называется детством. И очень важно, что все мы родом из детства. Это, в общем, тоже благая весть христианства. Так вот, это я просто немножечко для наших телезрителей пояснил, как это вообще все связано, зачем мы об этом сейчас говорим. Потому что мы вдруг стали привлечены вниманием, в том числе и к ребенку, и то, как мы, собственно говоря, взрослеем. А вот возвращаясь к моему вот этому замечанию, что мозг оказывается про все, получается так, что мы вдруг открываем дверку к теме нашей целостности. То есть мозг — это про целостность. Это и про тело, это и про душу в значении ну, психоэмоционального фона какого-то, это и про дух. И, в общем, вдруг мы понимаем, что если, опять же, у меня есть какие-то моторные зажимы, то это как раз повод, ну, если не затревожиться, то озадачиться, потому что мое тело мне сигнализирует, что от этой самой целостности у меня нет. Правильно ли я вас понял? Совершенно верно, да, совершенно верно. Более того, не просто, что мозг управляет не только интеллектом, психическими функциями, но и совершенно верно вы услышали, что телесный уровень, да, он базовый даже. И когда мы говорим, что малыши, вот как раз наша первая лекция будет посвящена малышам, да, от 0 до 3 лет, то как раз здесь самая основная задача родителей – это вот раскрыть именно двигательный потенциал. Но еще есть сенсорный, то есть это вот восприятие, различные даже ощущения на базовом уровне, до восприятия различных ощущений. Зрительные, слуховые, тактильные, когда мы обнимаем, вестибулярные, когда мы укачиваем ребеночка, мышечные как раз, вот, да, все, что связано дальше с письмом. Да, но на этом уровне это чисто сенсорная и моторная история. И как раз она является базовой. То есть наше тело, по большому счету, тело ребеночка, который пришел в этот мир, он является, оно вернее, да, тело является базовым фактором, и как раз вот мозг управляет в первую очередь двигательными функциями и сенсорными функциями. И вот если здесь будут проблемы или это будет пропущено, то вот потом уже в чтении, в письме, в счете, о чем, в принципе, родители больше переживают и горюют, если какие-то вопросы и проблемы возникают, могут быть проблемы именно исходя из того, что на базовом уровне были сложности. Вот слушает нас сейчас какой-нибудь обыватель, знаете, есть такой некий среднестатистический обыватель с, опять же, некой внутренней родительской установкой обесценивания, вот, который говорит, ой, вот он слушает нас, говорит, ну, что так вы все усложняете? Вот мы-то выросли, вот, мы же вот в советское время, там, когда нами мам-пап не занимались, послевоенные годы, мам-пап на заводе, мы вот как-то сами росли, ничего же, выросли. Вот, чего вот так вот все усложнять? Давайте проясним, чем грозит, вот, скажем, мышечные зажимы, телесные какие-то вот вещи, которые не развиты на уровне нейропсихологии? Что, если не только брать трудность в обучении, что еще может затормаживаться? Какой взрослый человек вырастет из человека с такими внутренними мышечными зажимами? Ну, на самом деле, да, если даже не берем трудности обучения, то чисто
Ну, так вот сейчас модное тоже слово, но оно тоже очень и очень важное. Я вот на эту тему сейчас работаю, тоже просвещаю родителей, да, про осознанность. Угу. Вот как раз когда есть на уровне тела зажимы, они же потом автоматически по структурам мозга идут и дальше в различные, и формируют определенные нейронные связи, да, и в различные структуры отдела мозга. То есть эмоциональные зажимы, да, то есть тело, соответственно, зажимает эмоции, то есть я не могу высказать свою точку зрения. Какой высказать свою точку зрения? Я даже не могу почувствовать, что мне хочется, что мне нужно на данный момент. А даже если почувствовал, но я знаю, что социальные установки мне дают другой какой-то паттерн поведения, модель, что нет, ты молчи, вот нужно так сделать, по-другому. То есть мы можем получить человека на выходе, да, который просто будет проживать, ну, не свою, условно, жизнь. То есть он может не понимать себя, не ощущать себя. Опять же, что все начинается с тела. Вот как раз про осознанность, это тогда не когда я такой умный, начитанный, знающий, знаю, как все это устроено в мире, а просто начиная с себя. Потому что жизнь твоя, да, в первую очередь. И ты пойми себя самого. И мы вот, кстати, те из советского детства, которые сами воспитывались, никакой умной нейропсихологии не было. Мы как раз сейчас только кто-то к 30, кто-то к 40, кто-то к 50, кто-то к 60 годам начинает об этом думать. Вот в рамках того, что развиваются эти науки. Ну и еще в рамках того, что какие-то ограничения, воспитание, да, вот эти правила, они, ну, отшелушиваются, да, потому что ты уже взрослый становишься, и ты начинаешь, хочешь не хочешь, но сам управлять своей жизнью. И вот тогда управление своей жизнью, это как раз и есть про осознанность, и про то, что я вот здесь, пожалуй, сниму какой-то барьер, а вот здесь, да, я все-таки пойду навстречу другому человеку, потому что это важно и нужно для меня. Это так легко? Нет. Это работа. Это правда работа, особенно во взрослом состоянии. Вот почему мы сейчас за то, чтобы с детства это стимулировать, развивать, потому что детский мозг, он более пластичен. И как раз с детства еще есть возможность варьирования, да, и какого-то обходного пути, да, там каких-то предложений ребенку, который быстро это возьмет в силу своих реакций. А во взрослом состоянии это правда сложно. Угу. А вот естественный вопрос тогда может возникнуть. Хорошо, я понял про себя, что там, условно говоря, мне где-то какие-то телесные зажимы, вот, ну, или говоря языком нейропсихологии, нейронные связи у меня либо нарушены, либо искажены, какие методики существуют для того, чтобы эти нейронные связи выстроить или поправить, или это уже история, как бы, все, ну, то есть умерла так умерла. Нет, человек развивается всю жизнь на самом деле, и нейронные связи, они развиваются всю жизнь, формируются всю жизнь, пока живет человек. А даже я всегда привожу пример, бабушка, которая никуда уже не ходит, да, то есть смотрит телевизор, вяжет, но все равно вот это действие, эта деятельность, она все равно дает формирование. Если новая петелька, новый крючочек, новое там какое-то изделие она сделала и связала, то есть это тоже про развитие нейронных связей. Но это в той деятельности, которая там ей близка, да, это проще, нежели вот о чем мы с вами говорим. А какие методики вот уже со взрослыми людьми, как раз вот то, о чем вы упоминали, когда говорили, что есть разные направления психологии, да, там психоанализ, кто-то уходит, взрослые люди, когда понимают, что здесь вот у меня есть сложности, я не могу с этим, но я осознаю, что сложности есть, и это тоже про осознанность. И я осознанно иду к психологу, именно к психоаналитику, изучив там все, например, направления. Кто-то идет в когнитивно-поведенческую психологию, да, там чисто на поведенческом уровне формируются вот эти какие-то условные связи. Кто-то идет в гештальт-психологию. И очень, кстати, многие люди взрослые, которые не имеют базового психологического образования, но они понимают, что в моей жизни что-то не так, и я хочу ею управлять, они идут как раз и получают это психологическое образование, выбирают себе какую-то стезю, стратегию, вот это вот направление непосредственно психологическое, и работают, изучают, и потом работают с собой в том числе. Но... Наверное, самое тесно связанное с нейропсихологией, опять же, поправьте, я тут в данном случае буду вам задавать кучу этих вопросов, таких, как это называется, слово вылетело,
некомпетентных. Вот. И, наверное, с нейропсихологией больше всего связана телесно-ориентированная практика. То есть, когда там люди начинают двигаться, танцевать, через танцы что-то каким-то образом вдруг в них происходит, какие-то открытия себя самого, распаковывает человек свою телесность, с которой не встретился. Да, если это на уровне телесности, это же более глубокий уровень, да, как мы с вами говорим, что это как раз ранний-ранний возраст, от нуля там, до трех лет он развивается. И если человек осознал, что действительно на этом уровне сложности, и это не дает мне двигаться там дальше, или какие-то сложности возникают, тогда да, тогда он идет телесно-ориентированно, но тогда вот, когда я зажат, и я, мне сложно вообще там танцевать, некоторые говорят, ну там я как Буратино, да, я не могу, и это еще сложнее, потому что нужно же раскрепоститься, нужно же почувствовать себя, если я это не умею, то есть этому нужно учиться, и это действительно работает, просто каждый находит свое, а кто-то говорит, да какой, ну, либо он не дошел до уровня телесности, да, и не понял, что мне это нужно условно там поправить, либо, да, и он, допустим, такой рациональный, то есть он идет в когнитивно-поведенческую терапию, то есть там все четко, понятно, и есть определенные связи, которые именно в поведении, да, реализуют себя, поэтому вот каждый находит свое направление, ну, не каждый, да, кто до этого доходит и работает в нем, да, поэтому здесь уже разные вот как раз психологические направления нам в помощь. Тамара Анатольевна, ну, на сегодня потихонечку наша передача подходит к концу. Я бы все-таки последний такой вопрос задал, как некий мостик в следующую нашу встречу. Я вот вижу, наблюдаю, как отец пятерых детей, что, например, у нас есть, ну, потому что супруга у меня занимается семейным обучением, до, по крайней мере, началку закрывает начальную школу, закрывает сама. И мы, она очень погружается в тему педагогики и очень так изучает разные там, сценарии, стратегии и так далее. Она наблюдает интересную тенденцию. Значит, западноевропейская педагогика идет как будто бы по принципу, ну, условно говоря, не мешай, не вмешивайся, и ребенок сам собой будет развиваться. Поэтому, например, они могут ручку держать как угодно, писать как угодно, писать печатными буквами, отрывая каждую букву отдельно. А у нас, ну, сложилось даже вот в советское время, это каллиграфичность и так далее. Держи ручку правильно, там сантиметр от кончика ручки отступай, вот, и так далее. Как все-таки верно, как все-таки правильно в данном случае? Муштровать ребенка, чтобы он все делал правильно, или отпустить, и, не, как говорил Лао Цзи, если вы перестаете воспитывать человека, он развивается сам. Да, хороший вопрос, правда, направления даже вот отечественные и западные отличаются в этом смысле. Кстати, сама нейропсихология на Западе, она больше, это как медицинская область, у нас это больше как психологическая все-таки, да. Но тем не менее, здесь, конечно, с точки зрения, если нейропсихологии, вот этого механизма, да, механизма нарушения, механизма дефекта, мы видим, что здесь, ну, то же самое, левша-правша, да, вот всегда переучивали раньше, да, это опять из разряда, что нужно именно правой рукой. Нет, мы здесь тоже говорим, то есть если это обусловлено, ну, как мы видим с точки зрения нейропсихологов, что это не стоит делать, да, мы отпускаем. Но это не значит, что мы не занимаемся, потому что очень такая история важная для нейропсихологов, по крайней мере, вот, ну, наших, нашего подхода, да, мы и в Москве, и в Питере учились, вот самарские нейропсихологи, и мы здесь очень важную такую вещь понимаем, что не только биологический, не только физиологический, психофизиологический фактор важен, но и социальный. То есть получается, что если мы не будем вкладывать, если мы не будем формировать вот эту определенную какую-то тенденцию, но которая нужна не через истерику, не через давление, а чисто вот если мы видим потенциал у ребенка есть, то мы будем работать и формировать эти связи, вот тогда это 50 на 50. То есть все-таки здесь нужен и биологически учитывать уровень развития нервной системы. Вот этому малышу нужно отпустить больше, а вот этому, наоборот, нужно дать максимально какой-то там навык. Да? И навык, он формируется именно, и вот эти нейронные связи, они формируются именно с точки зрения максимального все-таки социального воздействия. Тамара Анатольевна, спасибо огромное. На сегодня все. Но мы в следующий понедельник с вами встретимся уже более, как что называется, близко к нашему телу. Будем размышлять о родительских установках, ожиданиях, разочарованиях и как это формирует вообще пространство отношений между ребенком и взрослым. На сегодня мы закончили, и мне очень приятно,
что сегодня мы с вами познакомились в эфире и с вами познакомили наших дорогих телезрителей. Ну, а для наших телезрителей я напомню, что у нас, во-первых, в гостях была Тамара Анатольевна Фирсова, кандидат психологических наук, руководитель детского центра нейропсихологии. И завтра, 17 числа, в храме Святой Татьяны в цокольном этаже в 7 часов вечера по адресу академика Павлова 1Б Тамара Анатольевна выступит с первой лекцией цикла «Нейропсихология раннего детства». Тамара Анатольевна, спасибо. Спасибо вам. Храни вас всех Господь.